Дома 77 по улице Мичурина около 13 часов произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia не предоставил преимущества движения пешеходу на нерегулированном пешеходном переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний мальчик в возрасте 9 лет, который с серьезными травмами был госпитализирован. Напоминаем водителям о том, что при подъезде к нерегулированному пешеходному переходу, согласно пункту 14.2 правил дорожного движения, в случае, если перед пешеходным переходом транспортное средство остановилось, либо замедлило ход, водители других транспортных средств обязаны остановиться и продолжить движение лишь после того, как убедятся в отсутствии пешехода. Пешеходы же, в свою очередь, обязаны оценить обстановку, скорость приближающегося транспорта и начать движение лишь после того, как убедятся, что их движение будет безопасным. Будьте внимательны!